Итак, внимание, подробнее о бойцах. В синем углу октагона, боец ему 21 год, рост 183 сантиметра, вес 84 килограмма. Из Донецкой Народной Республики, клуб «Профи Спорт Промоушен». Профессиональный рекорд 9 побед и 1 поражение. Встречайте, Максим Жрец! И боец из красного угла октагона, ему 25 лет, рост 178 сантиметров, вес 84 килограмма. Из России клуб «Александр Невский», «Старый Оскол», 18 побед и всего 1 поражение. Встречайте, Анатолий Токарь! Рефери в ринге Питер Михалак. Польша. Guys, you know the rules. I want to see clean fight, please, okay? Listen to my comments. When I say stop, please stop. Touch your gloves and go back to your corners. Thank you.
Контроль ноги! Контроль ноги! Вот! Стоп! Дёрай его на себя, пусть идет. Не прижимайся к себе. Заходи, заходи. Не стой на месте. Не стой на месте. 10 секунд, отработал. Отработал 10 секунд. О! Первый раунд завершен. И в этом поединке на 2:31 второго раунда удушающим приемом победу одержал боец из красного угла октагона Анатолий Токар!